Всем привет! Дядя Юра делится своими мыслями на матч второго тура группового раунда Лиги Наций между сборными Швеции и Норвегии, который состоится 5 июня. Информация будет полезна слушателям, которые привыкли думать своей головой, а не слепо следовать советам других. В матче первого тура сборная Норвегии обыграла на выезде Сербию 1-0. Холланд из двух моментов в первом тайме реализовал один, и этого оказалось достаточно для победы. Сербия имела преимущество, но опасных моментов создала очень мало. Реальный шанс забить гол хозяева не использовали во втором тайме. Лука Йович и Милинкович-Савич не смогли переиграть Нюлана 1-1. Швеция в равном матче обыграла на выезде Словению 2-0. Форсберг реализовал пенальти на 39-й минуте, а на 88-й минуте Кулусевский окончательно снял вопросы о победителе. Давайте посмотрим на статистику очных матчей команд. Сейчас Швеция занимает 19-ю строчку в рейтинге FIFA, Норвегия 41-ю. Соперники встречались аж 109 раз. Швеция выиграла 60 матчей, Норвегия выиграла 24 матча, 25 матчей закончились в ничью. В этом столетии Швеция и Норвегия сыграли 9 очных матчей, в которых 6 раз была зафиксирована ничья. Самый популярный счет 1-1 встречался 3 раза. Последние 4 очные игры этих команд были ничейными. У Швеции сейчас идет очень длинная нулевая серия 7 матчей. Последние 6 матчей были низовыми. У сборной Норвегии идет серия из 6 нулевых матчей. Последние 4 очные игры соперники сыграли в ничью. Ну вот по всем раскладам, пятая очная игра опять должна бы получиться ничейной. Обе команды свои первые матчи провели от обороны. Ожидается примерно равная игра. Ну вот 1-1 на этот матч было бы в самый раз. Котировки на победителя матча. Фаворитом на эту игру идет сборная Швеции, но 3.62 на победу сборной Норвегии уж слишком многовато. Поэтому логично взять именно x2 за 1.74. Ну не настолько сейчас сильна Швеция, чтобы можно было бы говорить об уверенной победе над Норвегией. Коэффициент очень хороший, 1.74 на победу, на непроигрыш гостей. И, а сам непроигрыш гостей в этом матче можно оценить процентов это где-то 80. В последних 9 очных матчах Швеция выиграла только один раз у Норвегии. Холланд сейчас в полном порядке, и забивать Норвегии есть кому. Тотал голов. Если не случится чего-то неожиданного, маловероятно, что в этой игре будет забито более 2 голов. Вот, скорее всего, счет опять будет либо 1-0 в пользу одной из команд, а скорее всего будет ничья 0-0, но скорее 1-1. Обе команды забьют, да нет. Здесь сложилась интересная ситуация. С одной стороны, обе команды имеют очень длинные нулевые серии. С другой стороны, последние 3 очные матча Швеция и Норвегия сыграли на обе забьют, да. То есть, предпосылки есть на как на обе забьют, да, так на обе забьют, нет. Ну и, наверное, в такой ситуации все же логично взять вариант очередного нулевого матча, учитывая ту игру, которую сейчас показывают обе команды. Подводим итог. Ожидаемый вариант это тотал меньше 2.5, коэффициент 1.65. Оптимальный вариант это не проигрыш Норвегии, x2, коэффициент 1.74. Ну а доходный вариант, конечно же, здесь классическая ничья, коэффициент 3.32. Ну и что, что она будет пятой подряд. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.